К новостям из Татарстана. Прямо сейчас в Казани проходит церемония награждения победителей конкурса журналистов «Многоликая Россия». Напомним, заявки от участников принимались с 6 марта по 1 августа этого года. За это время поступило 1392 работы из 49 регионов страны. Главная цель конкурса – сохранение национальных традиций в сетке телевещания. В рамках конкурса также состоялся мастер-класс с главным редактором телеканала «Россия-24» Евгением Бекасовым. Финалисты конкурса обсудили дефицит кадров, делились личным опытом. Отметим, что телеканал «Осетия» и «Рыштон» принимают участие в конкурсе не с пустыми руками. И у нас уже есть повод для гордости. Мои коллеги заняли первое место в номинации «Документальный фильм». А гран-при конкурса достался каналу «Архыз-24». Добавлю, что призовой фонд конкурса составил 1 миллион 820 тысяч рублей. Из них 500 тысяч рублей – гран-при. Победителем в этой номинации становится национальный. Tamam, bu şimdi böyle. Yani yalnız, hala olmuşlar.